Друзья, всем привет! Сегодня у нас поход на когда-то главного босса мода Primal Fear. На что могу сказать? Босс сложный. Сложный, наверное, тем, что это голем. По голему урон режется. На него не работают дебафы какие-то, ни поджоги, ни удары молнии, ничего. То есть такого не работает, ни кровотечения. Поэтому сразу предупрежу, это было долгое убийство этого босса. Поехали! Так, все, хилки есть, да? Так, у меня 90 банок на выносливость, если что. Так что, если у меня что, 99. Я первый убегаю. Что, все в режиме? Давай, да, этот, как-нибудь вот рядышком вот так вставим. Че ты разворачиваешься? А, ну да. Ходи стой. Поближе, чтобы это. Так, все, я банку съедаю на всякий случай. И вызываю. Хрена себе, он с щитами там. Ого. 106 по кому? По кому-то. Такое ощущение, что горит, да? Что-то горит. Блин, а он нормально так пробивает. Давай-ка я танкую его сзади, этот его. Переагрел. Веди его к городу, наверное, я не знаю. К городу, в смысле? Ну блин, как бы, чтобы он стоял, уперся во что-то. Блин, горю. Рекс горит. Ну да. А как он упрется? Он так и будет этот? Ну хоть как-то его, я не знаю. Ну, здоровье-то так себе, а мы что-то нифига не снимаем. Хилиться не забывайте, выносливость. Угу. Вон же есть урон какой-то. Так, все, 16 тысяч. Не, а что-то этот, не поджигаем мы его, что ли? Ты бы не лез, а по-моему, да, там нифига. по 27 тысяч. Мы его вообще не бьем. Он поджигает, короче. Да нет, его просто может кусать. Да, получается кусать, да, только. Не, огонь не проходит по нему. Угу. Да мы его так 3 дня будем бить. Ну кто думал по-другому-то? За здоровьем следите. Ага. Фортом занимайтесь. Короче, у меня есть идея, сейчас попробуем. Угу. Переагрить его. Чё ты хочешь? Отошли вдоль речки. Он просто за мной идет, я назад пячусь просто.
Я думаю, что-то получится. Тебя сбросит с седла. Горит он, нет? Да нет, нифига. Так, я перейду, чтобы он шел в обратную сторону, далеко ушли уже. Ого, вот это пожёг. А аргент интересно, сколько будет наносить ему? Да мне кажется, так. Убил. Он далеко поджигает. Это что за урон по 200? Это по этим, по миньонам. Что-нибудь снялось вообще, нет? 10 миллионов. Я скину сейчас, смотри, аккуратнее. Короче, план Z. Ну какой? Риперы? Кстати говоря, нет, они не поджигают. Ну, блин, какая-то атака у них там есть мощная. Но кстати, не целесть, вот я с него сбросят. Тут, как бы видишь. Дракона хочешь? Ща, да, дракона хочу взять. Не дракона, а шипаста. А шипаста седло есть? Сейчас, как? Там же демон кожи нужно. Лезть. Я в город его веду, короче. Какой он уровень, кстати? Не знаю, сейчас посмотрю. Пятьдесятый.
Не перегревай, не надо. Мы попытаемся сейчас город возвести, может где забагуется. Конечно, при этом не забывалось. Так, из города пошли, да? Ну да, пытаемся. Я уже сам тут да, воду набирайте. Что значит воду набирать? Пока дождь идет. А, точно. Эй, да что творишь-то? Мне страшно. В меня попал. Ты что, тебе урон наносит? Не знаю, но мне страшно. Да ты ближе подойди, чё ты боишься? Да кажется то же самое, да? Нет, далеко вообще. Не взрывается. Угу. А так он меня поджигает. Выше бери, пробуй. $19 миллионов все сняли. Попадает, но вот это 800, кажется, твое, да? Не знаю. Ну что, его как побыстрее пошло, нет? Да хрен его знает. Блин, ну как его к стене прижать в городе? Походите куда-нибудь. Может его попробовать туда везти. Знаю, смотрите. Да он не идет никуда. Вот с стороны в сторону бегает. Кстати, знаешь, что надо? Надо на грифона притащить сюда. Отхиливать. Второго досуга. А, этого прикона. Не, меня отхиливать. Я думал, тебе есть соло. Не, меня отхиливать.
черные банки ешь, все. Да блин, их всего 20 штук. Ну ладно, 50 штук, мне их жалко. Мы их даже половину не сняли. Пересядь на того Рекса, там побольше броня. Да ладно? Он поджогом не снимает. Поджогом хочет. Вон же он, или это нет, или это не горит? Да нет. Но, по крайней мере, дебаф никакого нет на нем. Сейчас пошли в город. Я вот демоник, почему я горю? Сэм, давай веди его в сторону города. Попадание. Короче, фигня, да? Не знаю, сейчас как я его завожу сюда. Ну и все, и переагриваем его частенько. Он взял и прошел. То есть такая преграда ему так себе показалась. Не, просто я думал, может он там поджигает или еще что. Вон броню дали всем. Тековскую.
Да, у нее там кислород, ремонт, что-то, тут радиация. Ну что, ребят, пикона мы убили, мы получили тековские костюмы, мы разблокировали инграммы, вознесли двух аргентов, приручили заново, мы тех аргентов потеряли, вот прошло какое-то время, мы их приручили, вознесли, и помните, виверна у нас тоже с потерянным седлом. На себе. Что с этой стрелочкой-то делать? Ну вот смотри, что получилось, верный. Ну, это, короче, возносить Дина. ХП у нее много стало, а урон-то так себе. Ну ты попробуй куси, может она все-таки лучше стала. И седло как бы куда делось. Было хорошее седло, да? Да, на ней. Блин. Кажется, все плохо, да? А лучше не стало. Не, ну как лучше? Было по 100, стало по 340. Ну та у тебя также кусала, да? Так, по 100 нет, кусала? Ну, не, я к чему, да, то есть та Вива, которая вот сегодня померла, она кусала, ну, в Целестиле, ну, вернее, не этот не кусала, а гулялась по 100 с чем-то, там, по 108, что ли. Не, вот это сейчас 300, да. 340 бьет. Да блин, чё она не садится-то? Сломалось. А седло, конечно, это подстава. Куда оно делось? Но сумки нет никакой. Но она взлетает, я с нее слажу, она взлетает. У меня седла нету. На самом деле еще долгий путь. Я не знаю, как у нас будет проходиться это все, какие, насколько сильные боссы будут. У нас, в принципе, сейчас первоочередная задача — это бить пиконов. Чтобы бить пиконов, надо еще души, целестилов, рипера и прочих таких вот живностей. То есть надо оригинов больше бить. Это, конечно, уже проходит намного проще. То есть есть индоминусы, которые наносят очень много урона оригинов. Они их сжигают за считанные, я не знаю, секунды, даже не минуты. Но, конечно же, на боссах это не проходит, эта атака. Поэтому, видимо, на аргентах будем убивать пиконов. Опять же, мне писали, что на аргентах убивать пикона намного проще, чем на индоминусах. Но попробуем, посмотрим. И если будет интересно, если у нас вообще в принципе что-то получится, то потом вам покажу результат. Спасибо всем за просмотр. Всем пока и до новых встреч.